сегодня уже совершенно четко определено, в каком направлении мы будем двигаться для того, чтобы победить эту болезнь. И если говорить о вакцинации, то во многом благодаря ей сегодня не происходит взрывного роста заболеваемости. Если говорить про вузы, если говорить про педагогических работников, то подавляющее большинство из них уже поставили прививки, первую, вторую. И сейчас, конечно же, все вузы, включая наш, активизируют работу по вакцинации студентов. Но надо сказать, что наши студенты народ специфический, и существенная часть из них уже привиты, так как являются спортсменами, спортсменами высокой квалификации, и для них это необходимость. Думаю, что и остальные ребята последуют их примеру.